Площадка очень востребована, очень благодарны люди, вот, губернатору в том числе. Депутат Московской областной думы от фракции «Единая Россия» Николай Черкасов вместе с представителями администрации и молодогвардейцами осмотрел недавно построенную детскую площадку в деревне Назимиха на улице Осенняя. Напомним, что данная игровая зона открылась этим летом в рамках губернаторской программы, которая действует в области уже несколько лет. Площадка отвечает всем необходимым требованиям безопасности и рассчитана на детей в возрасте от 2 до 12 лет. Места, где появляются новые оборудованные площадки, выбирают сами жители, проголосовав на портале «Добродел». Мы приехали для того, чтобы посмотреть, как эта площадка сделана, качество работ оценить. Правильно выбран проект, она достаточно большая, не самая большая, наверное, но где-то средних размеров. Качество и планировка нас тоже удовлетворяют. Мы видим хорошую цветовую гамму, в общем-то, оптимальный набор вот тех предметов на этой площадке игровой. Сооружений, которые, как правило, очень здорово востребованы детьми. Похожую новую игровую площадку осмотрели и в деревне Сутоки. Депутат Николай Черкасов пообщался с местными жителями. Они новым объектом довольны, ведь такая удобная и современная игровая зона является своего рода местом притяжения для малышей, подростков и даже взрослых людей. Любой возраст здесь же, все ребята, все здесь, да, и на самокатах и подростки. Бегают, и взрослые отдыхают на скамеечках, приходят. По словам парламентария, новые площадки сделаны качественно, а значит, смогут долго прослужить при условии бережного к ним отношения. Помимо игровых элементов, также обязательно устанавливаются скамейки, урны для раздельного сбора мусора и информационные стенды. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.